У меня угнали автомобиль вместе с оставленным в нем свидетельством о регистрации ТС. Автомобиль застрахован по КАСКО. Страховая компания отказала в выплате, ссылаясь на нехватку документов. Отсутствует свидетельство о регистрации транспортного средства. В договоре подобные случаи не оговорены. Как поступить? В такой ситуации практика несколько противоречива. Если на самом деле правил страховой компании по виду страхования КАСКО не предусмотрена обязательная сохранность паспорта транспортного средства либо свидетельства о регистрации транспортного средства, то отказ в связи с угоном автомобиля вместе с находящимися в нем документами на автомобиль будет неправомерен. Поэтому обращайтесь в суд, и, скорее всего, суд примет вашу сторону.